На 96-м году ушел из жизни советский кинооператор и режиссер, заслуженный деятель искусств Украины Сергей Лисецкий. Участник Великой Отечественной войны. В РКК с октября 1943 года. Воевал на Втором и Первом украинских фронтах, рядовой, разведчик 333-й отдельной разведроты 254-й стрелковой дивизии. В феврале 1945 года, возвращаясь с разведгруппы с задания в тылу противника, натолкнулись на засаду, вступили в бой, в котором он лично уничтожил 4 немцев и пулемет. Из наградного листа на орден славы 3-й степени, 10 марта 1945 года. После войны еще 5 лет служил, благодаря умению обращаться с фотокамерой стал фотокорреспондентом в военных газетах. В 1950-1956 годах окончил операторский факультет в ГИКа. С 1956 года работал оператором на Киевской киностудии художественных фильмов им. А. Довженко. Был оператором-постановщиком фильмов 1959 «Солдатка», 1961 «Радость моя».